Сегодня в молодежном лагере «Волга» готовится встречать гостей. Завтра там откроется смена детского татарского лагеря «Сокровище нации». Отдыхать приедут ребята из 12 регионов. Впрочем, будут и занятия по родному языку, литературе, истории, культуре, плюс экскурсии. Обещали минимум теории, максимум практики. Она, как показали годы, весьма полезна. Те, кто был здесь не раз, потом с легкостью поступали в вузы на татарские отделения. Главная цель, это, во-первых, наверное, привить татарским детям, которые проживают за пределами Республики Татарстан, любовь, интерес к родному языку, любовь к родному народу, к его истории, к его традициям. И сделать все возможное, чтобы из этого ребенка вырос именно достойный человек.